Зато интернет появился! Наконец-то! Поехали! Рестриминг! Всем привет, друзья! Первая фишка у нас будет посвящаться Питлорду, его ультимейту Дарк Рифту и телепортам с помощью Юла. Ну, не обязательно Юл, ребят. Как бы я протестил именно Юл, потому что это стандартная неуязвимость, которая может у нас быть в инвентаре, так сказать. Как видите, все работает. Я попробовал, нажал ульт, нажал Юл, все, неуязвимости, я делаю ТП. Также будет и в других способностях, и в камне панды, и в чем еще, в чем у нас еще дает. Вот Сон Наги, интересная, конечно, тема, но 100% тоже портанет. Она же не фиксирует никак. Так что вот. А вы еще знали, кстати, что Юл дает звук? Я офигел, если честно. И всеми долгожданная фишка, касаемая выпадания рун. Для того, чтобы сделать выпадение руны из ботла, необходимо подождать 2 минуты с момента поднятия данной руны и нажать определенную способность. Будь то Астрал Эридара, Подкоп Сандкинга, Фист Ксина или другие скиллы, ну, например, там Астрал Дестра и прочее. Данную фишку можно делать бесконечное количество раз. Просто засыпать рунами свой спаун, какой-нибудь один каплеер не начнет их собирать, или же пока вам просто тупо не вынесут трон. Но следует заметить еще, ребят, кстати, за этот баг можно улететь пермачом на экапе. Так что, наверное, будьте осторожны и бдительны. Все эти руны также, кстати, ребят, еще и работают. Вы, наверное, удивитесь, да? Но это же банально. Просто вы берете руну, когда вам несут какой-нибудь дабл дэмэдж или хасту, и просто идете ломать. Ну, вы поняли, в общем. Также, ребят, вы, наверное, обратили внимание, что нет среди этих рун иллюзий. И еще я затестил, можно ли это обузить с помощью Юла. Нет, с помощью Юла это не работает. Баунти руна и иллюзии, к сожалению, не выпадают почему-то. Почему-то не выпадают. Я не знаю, видимо, ну, это так и надо. Так надо, ребят. Значит, обычная руна выпадает, а эта руна не выпадает. В общем, тестите. Пробуйте, играйте и душите своих соперников таким багом. Так, следующая фишка такая. Первый Акса и ульт Легиона. На кого пойдет враг? И я немного развил эту тему, и посмотрите, что с этого вышло. О нет, надо спасать Найкса. Ему даже не вешается. Слышь, ему даже не вешается. Акра, еще раз заагри его. Пацана, на Найксе. Ульт убери. Ну, на тебя просто не вешается. А если я напишу ей фреш и так за агрю? А так ты побежал, ты уже все, ты агришь. Не, так видишь, даже не работает. Так, знаешь, что хочу проверить? Ты задуэлишь, и я виверный ультан. Куда заагриться? Только смотри. Так, кунка не нужен? Пусть постоит. Сейчас мы спланируем. Подожди, как это должно быть? Легион дуэлит. А, кунку рядом поставь. Стой, отмени. Кунку рядом поставь. Чтобы легион заагрился на кунку в ультимейте. Ты же знаешь, что курс, типа, винтеркурс, он типа агрит всех. Ну? Действует по типу, как у Акса, как у легиона ультимейт. Ну, давай. Значит, кунку подведи поближе. Ультуешь в Акса на легионе. И я ультую в кунку. Кто заагрится? Я ультую Акса на легионе. Да, и подведи кунку поближе. А ты не бьешь. Вообще пофиг. Сбивается. Не бьешь. Нет, ты не бьешь на легионе. О! У меня легион перестает бить в этот момент. Да, смотри. То есть легион по механике должен. Он не бьется. Должен бить кунку по механике. По механике дот он должен бить кунку, но он не может, потому что он находится в дуэли. Напиши рефреш еще раз, затестим, покажем. Кунку подведи поближе. Сдохни. Не хочет. Не хочет бить. Чисто сбивается. Знаешь, он дрочит. Он хочет как бы бить легиона, но ему говорят, слушай, там Акс нас позвал, давай побежим. Таким образом, ребят, мы получаем то, что виверной можно засейвить ультимейтом в случае, если нет третьего. Аксом нельзя заагрить легиона в ультимейте. И Аксом можно еще напакостить виверне, когда идет драка. Так что, ребят, не ошибайтесь, пожалуйста.
В следующей фишке мы попробуем сделать ваншот ультом Хускара с помощью второго спелла Эридара и астралом Пугны. Поехали. Так, давай, короче, кидаешь Эридара второй, потом Пугны второй и ультуешь на Хускаре. Поехали. 6000 хп улетело сейчас. Ты знал эту фишку? Ну, я помню, что-то было, но это было очень давно, Миля. Очень давно. Просто... В 20-м году. Я тогда еще помню, помнишь, 15-й сезон еще был. Но я помню, так кентавра ваншотили. 6000 хп улетело. Ничего себе! Готов? Да, готов, накидывай. 8500 хп улетело. 8000 хп улетает. Короче, ваншотит просто. Ну, как и говорили. Жесть, конечно. Что если Войд дал купол и Джаггер дал ульт под куполом? Остановится ли он? Олё. Олё, готов? Я чувствую, наверное, это редко. Ставь купола, и я ультую в тебя. Бегай по Let's куполу. Go. Бегай по куполу. Понимаю, да? Хорошо. Понимаю. Если Найкс залезет в крипа, а Дум съест этого крипа, что будет? Пуща здоровья. Слышь, ну вот я не понимаю, почему сразу под контроль заходит? Сразу, видишь, контроль заходит. А, и ты съел. Да. Съел, и я просто вылазю. Типа такой контрпик. Следующая фишка тоже касается Найкса, его ультимейта и всяких доминаторов, ченов там и козюлин всяких таких, но вы должны понимать. Объемная фишечка, ребят, смотрим. Я сейчас ультану в крипа, и ты доминатором перемани его. Переманивать? Да, вот я убегаю, типа, да, и все. И что? И что? И ты теперь ты им управляешь, а не я. И у меня интерес. В смысле? Ну, типа... Консюм? А, ты можешь мною вылезти, когда хочешь? А ты можешь? А ты мог вылезти? Я тоже могу вылезти, понимаешь, в чем прикол? Ну, я тебе говорю, у меня интересно. Так, подожди еще раз. Прикол. Смотри. Я залез, контролить могу. Консюм на Т есть у меня. Так, стоп. Ну, вот теперь я не могу тебя контролить. Контролить я не могу его. Я могу, и у меня интерес есть. Смотри, давай сейчас я вылезу. Сейчас я вылазю. Давай. Я вылез. Вот я залез, я убегаю, переманивай. И вылез. Это я нажал. Я понимаю. Беру волка, переманивай волка. Он тоже стоит, становится под твоим контролем, да? Да. Попробуй вылезти. А ты не можешь им управлять? Я не могу им управлять. Я могу вылезти. Понимаю. Короче, ты решаешь тогда, когда Найкс будет вылазить. Да. Хорошо. Че? А ну отправляй на базу его. Ну, это типа... Ой-ой-ой, а там стоят такие ребята. И типа ты можешь спокойно вылезти же мною. Понимаю. Да, могу нажать сейчас кнопочку, и ты сдохнешь. Не надо, пойдем. Вот так погусь. Вот так, слышишь? Не надо. Не надо, пожалуйста. Пацаны, не надо! Ладно, хорошо, поехали дальше. Так, я залезу Найксом в крипа. Ты его... переманишь своей способностью. Угу. Потом я переманю твоего крипа козой, и ты переманишь доминатором. То есть, понял. Реально ли такую тему сделать? Давай так. Быстро. Так, тик-тик-тик-тик. Давай, я залез. Мани своим спеллом. Маню. Ага, переманил. Теперь я маню вторым козы. И ты обратно доминатором. Слушай, ну понимаю. И можешь ты его на базу отправить, да? И вылезти еще. И вылезти еще при этом в куче. Под тавером, под колодцем. Что будет, если Дазл кинет крест на Феникса, который потом ультанет? Давай, разбиваем. Поехали. На нем даже эффекта нету. Есть эффект. Эффект есть, но ты умираешь. 5 и нет. Я умираю. Эффект есть, но я умираю. Понимаю, короче. Следующий тест будет такой. Пак зайдет в шифт, и Сало ультанет. Выйдет ли пак из шифта? Юзаю шифт, и ты ультуешь. Просто вытащил тебя. Просто вытаскивает. Да. Давай, кидай. Точку, где нет. Метку, кидай метку. Я убегаю такой. О, нет. Вот, шифтануть пытаюсь. О, ноу! А, все равно возвращаю. Моментально. Видишь, скилл не пропьешь. Скилл не пропьешь, понимаю.
И самая, наверное, интересная фишка — это как же законтрить Кунку и Тинкера в этой божественной связке. Ребят, там столько комментариев по этому поводу, что я не стал вставлять, просто потому что там экрана не хватит. Ребят, все, кто говорил об этом, вот небольшой вам, небольшой тест. Смотрите, изучайте и комментируйте. Кидай. Все, поехали. Кидай, кинул, да? Возвращай. Возвращает даже на этом. Возвращает в Юле, то есть. То есть плевать. Да. Как, вот вообще, как это законтрить? Глобалкой? Да. Только глобалкой, наверное, это контрится. Да, закрывает. Чтоб я, ну, самому Кунке, чтобы он не, не вернул. Ну, либо если глобалка закончится, то он также крест даст. Ну, сколько там крест? А-а-а, слышишь, так это не контрится. Если ты глобалку не нажмешь, то время пройдет, он один фиг вернется. Либо да, дохнул, либо живой. Нажми. Крест на Тинкера. На Тинкера. Есть. Побегай. Есть. Бегай. Бегай, бегай, бегай. Даю глобалочку. Время кончается, и ты все равно возвращаешься. Там надо выжить за это время. Хорошо, давай попробуем Нагой это законтрить. Так, смотри. Кидай крест ему. Беги. Возвращай. Верну. А. Кидай крест ему, я оттуда прям блинкуюсь. И все равно возвращает, изи. Хорошо. Да. Давай, поехали. Кидай ему крест. Бегай. Кидай в астрал, возвращай. Походу здесь уже. Да. Понимаю. Слушай, еще раз давай. Кидай ему. Подожди, кину. Типа такое, все, я тебя закрыл. Все, вот я вернул. Он уже тут, видишь, крест исчезает. Я не вижу крест, Миля, я не вижу крест, я enemy. У меня, когда я тебя возвращаю, крест исчезает, и ты после астрала в этой точке появляешься, все. Ну-ка, давай еще раз, кидай. Сейчас. Кинул. Дал прокаста, там убиваешь всех, дал астрал на дестри, чтобы закрыть. Все, вернул. Все, он жду. А он тут. О май год. Окей, да? Следующий астрал пробуем. Кидай. Есть. Кидай астрал, возвращай. Опять вернул. Боже, прикол. Как это законтрить? Юл это не контрит, астралы это не контрят. Готов. Хватит сейчас, героев кидаю, там кинул, спаунить. Кинул. Возвращай. Все, он же... все равно возвращается. Так, торнадо да. Тоже. Готов? Да, поехали. Я готов. Кидаю. Ты видел? Понимаю. Давай еще раз. У меня герой риснулся, конченый. Чисто поржать. Давай, кидай. Бля, я запутался. Поехали. Это what the hell? Такое чисто. Ну, хорошо, это проверили. То есть, тиником это контрится. Газ там сейчас посмотрим, законтрится. Когда он будет дрочиться на месте, ты попробуешь вернуть. Получится или нет? Давай, кидаем крест. Вводи его. Давай. Готов. 3, 2, 1, кидаю. Давай. О-о! Вот, это хорошо. Вот. Уже два героя, которые контрят эту связку. Ага. Кидай. Еще раз. Все, кинул. Есть. Кидаю гаст. Давай. Ну, не могу, да, все, пропадает эффект и вообще все. Хорошо, это законтрили тоже. Ну вот такой вот выпуск получился, ребят. Всем, кому понравилось, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Дальше будет веселее. Ребят, к сожалению, я сделал не полный обзор, не на полные фишки, не на все фишки, которые пишут в комментариях. Ребят, просто реально очень много времени делал это видео. Очень объемно тестил с рунами. Объемно тестил по Тинкеру. Это у вас, как это, ну, 2-3 минуточки, да, там обзор. Ну, а у меня это по часу, по полтора, ребят. Я надеюсь, вы это оцените. Поэтому проявите, пожалуйста, активность на данном видео. И всем спасибо, и скоро увидимся. What the fuck is this?